грохай пускай. Здрасте. Нужно и остановиться на обочине. А вам чё, блядь, больше негде штриховать нахуй? План больше не может по-другому быть уебищем. Отстань нахуй от работяги, даун ты ебаный, блядь. У тебя пейдей больше, чем у него нахуй. Мы же за ним уходим из автомобиля. Отъебись, блядь, ещё раз повторяю, пока я не что нахуй. Ты меня услышал? Так, я сегодня господа, вот мой значок, можете с ним ознакомиться. Чел, отъебись от него, я тебе еще раз повторяю. Ты же ведется аудиофиксация, можно найти ваши документы? Сейчас документы будешь займемся, сейчас я, например, игру обратно. Жизнь, вы понимаете, что вы проехали дверную сплошную и проехали по полосе встречного движения. Чел, тебе ебаться больше не до кого, я еще раз спрашиваю. Вы же меня слышите? Алло, придурок. Ну, нарушил статью 28 Дорожного кодекса, я вынужден вам выписать штраф в размере $800. А здесь такая сумма на руках или на карте? Да, да, есть. Хорошо, сейчас достану штрафной лист, почему начну его заполнять. Так, жену здесь распишитесь. Алло, чел! Сказала, не стоит отказ этого записан. Делать, блядь. И что? Отлетаешь. А, да, ты сейчас чела, блядь, штрафуешь, я тебе сказала, что ты доебался до него. Это IC причина, алло. Да, IC причина. Для меня это IC причина. Ты чела просто так работягу, блядь, стопаешь просто и пытаешься. Так? Ты да, просто так. Я видела, как ты из-за угла нахуй стоял, как крыса ебаная, блядь. И просто ждал, пока он выйдет, блядь.